Акима Алматы попросили выкупить участок собственность города. Смотрим эти кадры. Все выкупать в этом городе, к сожалению, не могу. Физически. У нас просьба к вам вмешаться в этот земельный участок, который находится на 115-м, Тимирязева 115, и поменять или назначение для благоустройства значит, этого земельного участка для города Алматы, или выкупить для собственности, коммунальную собственность города Алматы и там организовать там сквер. Ну, вопросы, связанные со всеми предложениями, связанными с выкупами, ну, у меня, к сожалению, и денег-то нету. В этом году мы почти на 32 с лишним миллиарда тенге покупаем земли в городе. По идее, как бы Аким города должен иметь свой земельный фонд, который выдавать, но вот я двигаюсь в обратном направлении. Поэтому, если будет возможность, давайте рассмотрим, либо проект пересмотрим, сделаем там скверы, зоны и тому подобное. То есть архитектурные решения найдутся, но...